Поговорка, вспоминая анекдоты. Пришла я в магазин. Все замечательно. И цены мне с витрины улыбаются. Купить продукты нужно обязательно. Тележка постепенно заполняется. Вот молоко и хлеб, еще картошечка, капуста, яйца, сыр, со списком сверилась. Муки взяла и колбасы немножечко. Рекламным скидкам полностью доверилась. У продавщицы с милой улыбкой, как будто бы она в кино снимается. «Где для мытья посуды средство жидкое?» – спросила я. «Смешно? Ну, так случается». Оговорилась. Собралась исправиться. В ответ. «Мужской шампунь есть, очень дешево. Приятный запах, вам должно понравиться. Оплата в кассе, и всего хорошего». Поговорка, вспоминая анекдоты.